Блогер Алексей признатно впишет про майский транспортный коллапс по Самарске. 3 мая фирма Management Project прекратила пассажирские перевозки по восьми муниципальным маршрутам. Вместо нее в рейсы вышли автобусы МП «Пассажир Автотранс». Однако ПАД не имеет должного количества ходовых автобусов, чтобы перекрывать сразу все выходы на своих старых и новых маршрутах. В итоге по всему городу случился коллапс. Почти на всех городских маршрутах наблюдался недовыпуск подвижного состава. Плюс ко всему стартовал дачный Сезонный часть автобусов уехала к огородам горожан. А еще некоторые автобусы сейчас работают в наряде по перевозке военных до площади Куйбышева на репетицию парада. А пострадали, как всегда, пассажиры. Общая оценка все.